Interessant. Ja, da ist Gauko. И сейчас поедем на то втором трамвайчике ездить. Давай. Же который, ну, на Рикалу? Да. Ну, который над моей головой. Подняться и спуститься, все. Ничего. Посмотрим минуту вид. Я думаю, что ночью тоже, наверное, красиво так. Где он? Там где-то этот трамвайчик. Да. Вон крепость на Рикала. А он как раз тут везет к маме. Как ты такие страшные слова знаешь? Ой, да. Первый раз. Он и по правильной стороне едет. Обычно по правой надо ехать. А у них такой прикол, они в это время специально разменяются, наоборот едут. По старым русским традициям сейчас надо всем аплодировать, да, когда мы остановимся. Да. Еще нет, подожди. Вот сейчас давайте аплодировать сразу все. Сейчас надо, ты остановился.